Eccoci qui, ragazzi, eccoci qui in questa notte fantastica. Напиши, все, мы прилетели, скоро будем. Ожидание реальности. Чувак, ты че? А че вы закрыли вот эту дверь? Мы тебе катку заплатили, чтоб ты орал. Не башкирь, давай. Всем привет. Ладно, окей. Ну что, господа, вот и долетели мы до Ибицы, чтобы исполнить мечту миллиона посетителей нашего канала. Ладно, правда, мы не спали, мы не ели, но все-таки мы рады, потому что везде пальма, это уже радует, и как минимум алмаза нету. И народа. Никого нет. На самом деле мы думали, здесь тусы, короче. И при выходе из аэропорта нас ожидает вот такая вот надпись. Типа, последний клуб. Закрылся 6 октября. А сегодня 21 октября, чуваки. Но мы не теряем надежду и будем организовывать свою тусовку. Мы до сих пор не верим во все происходящее, просто как будто во сне. Как Фаниль? Проснусь и в офис пойду. DJ Market. Шутить начал, значит, да? Нормально. Вот увидите, он начал шутить, потом я начал шутить. Это не к добру, а потом я буду снимать серию один, как все обиженные сидят по своим комнатам и все. В итоге просто кто-то купит билет через 4 дня. Ну и знаете, что мы поняли, что самое проблематичное — это не составить тусу, а найти народ. Пока ребята отошли искать шаурму, расскажу. По ходу дела мы немножечко не рассчитали свои силы и взяли слишком мало денег. Ну, здесь какие-то цены космические на все. Тачку арендовать 200 евро. Ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Планы у нас такие. Мы решили сами одолеть эту Ибицу и сами устроить свою офигенную тусу. Следите за событиями. Да, по ходу дела это здесь, но это немножко не то, по-моему. Чего мы ожидали и что нам обещали на Airbnb? Нет, это находка криминала. Нет, это тебе. На ночь. Теперь скучать не будешь. Так, а сейчас посмотрим ту технику, которую желательно брать с собой для таких же отмороженных диджеев, как мы, чтобы быть готовыми на все случаи жизни. Контроллер SP-1, Serato, SL-3, SB для того, чтобы быть готовыми к пляжным вечеринкам без вертаков Sunset тусом. Колонка, чтобы мутить, запилы какие-то, маг, провода. Все это лежит на диванчике и ждет своего звездного часа. Eccoci qui, ragazzi, eccoci qui in questa notte fantastica, emozionante, qui al Pasha, con una storia tra le più commoventi dell'anno. Hello, Kansas City, ciao! Che tal? Y hablo solo español, my English is very, very bad. Y nada, que disfrutéis mucho, ciao! Aleluya! Проблемы с транспортом, фиг доберешься. То, что нам нужно, чуваки. Че за фигня? Он уехал, чувак! Вообще просто так, блядь. Че за хрень? А, камера у тебя была. И да. Че? А он же неспроста уехал. При чем тут камера-то, блин? Ну, пальцы там без документов, наверное, здесь работают. Без прав гоняют, да? Мало того, без прав, они еще и гашены по-любому. Marihuana, me gusta esto.
мы вычислили, что есть здесь, в принципе, нереально где-то. Поэтому мы поехали в супермаркет, как и говорили, в Орле и Решке. И просто закупились на сколько? На 50 евро получается, да, по полной программе. Ну, в принципе, мы купили все. Я думаю, что где-то дня на 3, на 4. Да, учитывая то, что это на троих мужиков, грубо говоря, да, которые любят покушать, ну, это нормально. В супермаркете гораздо удобнее затариваться. Если у вас есть нормальное жилье, кухня, готовьте, пожалуйста, сами. Почему нет? Просто в среднем здесь покушать, даже не покушать, кофе попить с круассаном, блин. Да, стоит 5 евро. 5-6 евро, это получается 600 рублей, грубо говоря, на один присест. Получается 1500 в сутки. Причем ты не наедаешься ничего.